Добрый вечер. Меня зовут Попов Николай Александрович. Я врач-ортопед из города Краснодара. Я хотел бы поделиться сегодня с вами своими некоторыми наблюдениями в лечении такой патологии, как остеоартроз. Остеоартроз – достаточно распространенная патология во всем мире, и наша страна не стала исключением. Остеоартроз – это заболевание, которое очень помолодело. Если раньше обращались преимущественно пожилые люди, то сейчас обращаются пациенты средних лет и более молодом возрасте. Причин возникновения остеоартроза очень много. Это биологические причины, это генетические предпосылки, это особенности какие-то морфологического строения организма пациента, это хронические перегрузки суставов, это вредные условия труда, травмы. Причин очень много может быть. Сама патология характеризуется дегенеративно-дистрофическими изменениями в костно-хрящевой поверхности сустава. В процесс также вовлекаются подлежащие окружающие мягкие ткани, капсула сустава, сухожилия мышц, мышцы. Патология клинически проявляется болевым синдромом разной степени выраженности. Он бывает как после физических нагрузок, так и с утра, после того, как пациент просыпается. Помимо всего прочего, при более выраженных стадиях артроза пациент ощущает, может слышать хруст-треск в суставе. Идет, скажем так, на выраженных стадиях артроза идет изменение оси конечности. Конечность может потерять свою опороспособность. Диагностировать эту патологию помогают лабораторные методы исследования, такие анализы, как ревмопробы, так называемые. Инструментальные методы исследования, конечно, в первую очередь надо говорить о них. Это рентген-исследования, это МРТ и УЗИ суставов для того, чтобы проверить подлежащие окружающие мягкие ткани и на предмет различных включений, выпадов в суставе делают УЗИ. Касательно лечения этой патологии, пациенты используют противовоспалительные препараты, физиотерапия, обязательно прием хондропротекторов, особенно на начальных стадиях артроза. Для механической разгрузки суставов используются наколенники, ортезы, ортопедические стельки, которые нужны для амортизации суставов. В своей практике я активно использую препараты гиалуроновой кислоты. Хорошо зарекомендовал себя препарат Армавискон Форте, концентрация 2,3%. Его я особо активно использую для лечения тазобедренных суставов, делаем эти пункции под УЗИ контролем. Результаты достаточно хорошие. К сожалению, буду откровенен с вами, к сожалению, не всем пациентам можно помочь. Должна быть здравая грань, когда нужно оперировать, а когда можно лечить консервативно. Но около 85-86% пациентов отмечают значительное облегчение после применения препаратов гиалуроновой кислоты. Пациент отмечает исчезновение или уменьшение болевого синдрома, увеличение объема движений, уменьшение отека. И некоторые пациенты отмечают исчезновение хруста в коленном суставе. Что немаловажно, введение препаратов гиалуроновой кислоты позволяет полностью отказаться или снизить кратность приема противовоспалительных средств, противовоспалительных препаратов, у которых очень выраженные побочные эффекты, и особенно пациентам в возрасте, они могут оказать, скажем так, нежелательный результат, эти противовоспалительные препараты. Вот, в принципе, все, что я хотел с вами поделиться. Если какие-то будут вопросы, пожалуйста, звоните, пишите. Так, будьте здоровы. Всего вам самого лучшего.